очень вкусно, спасибо. Не забудь посуду помыть. Окей. Не забудь посуду помыть. Да потом. Ты уже третий день так говоришь. Да помою я. Паровозик, тык-тык-тык, а в трубе 13 дыр. Раз, два, три. Да помни, есть два типа людей. Ты думаешь, рвать этот мир до кости? Ты голова, не жалею ногти. И что ты оправдаешь, лишь бы оседлать цели? Ёбаный мне Бэрман. Привет. Анжела, мы давно уже отдалились друг от друга. Нам надо расстаться. Я полностью с тобой согласна. Тогда спокойно, мирно расходимся, так? Да, так. Привет. Ты кто, блядь? Я микроб, и у тебя есть ровно 5 секунд, прежде чем я захвачу эту печеньку. Шел нахуй. Блядь. Привет, что ты там делаешь? Привет, котик. Да ничего, сейчас сериал смотрю, а потом думаю книжку почитать. Алло, выдра, что ты там делаешь? Какаю, а ты что? Я! Прикинь, Таня от Игната забеременела, а он сейчас просто... Ой, Максим, я вот эти вот все сплетни не люблю. Чужая жизнь, темный лес. Давай поговорим на другую тему. Согласен, ты права. Девки, я сейчас такое расскажу, прикиньте, Таня залетела! Что? Кого? Когда? Где? А точно залетела? А есть видео? Не, ну а что? Ой, все, хватит. Эй, йоу, напиваемся в говночек! Заебали эти кизовники. Оседает, как песок, время пылью от сапог. Кто? А, это сосед. Откройте, пожалуйста, я ключи забыл. Пауси, Серега! Здравствуйте, военный комиссариат. Иванов Александр Игоревич здесь проживает? Вы хотели сказать Иванова Александра Игоревна? Это я. Чего хотели? Извините, до свидания.
Мам, я гулять и сегодня домой не приду. В смысле не придешь, чтоб 12 дома был? Слушай, мне уже есть 18, я не обязан спрашивать разрешения. Ах ты ж собака, 18 ему уже есть, ишь ты кем себя возомнил. Пока живешь в моем доме, ты будешь слушать меня и только меня. Ты понял? Мама, да. Не слышу, ты понял меня? Да. Дома сегодня сидишь. Я перепутала, думала, что любовь. На контрольной я сижу, сейчас мобилки все спешу. Я пятерку получу и пойду. На контрольной я сижу, сейчас мобилки все спешу. Я пятерку получу и пойду. На контрольной я сижу, сейчас мобилки все спешу. Я пятерку получу и пойду. На контрольной я сижу, сейчас мобилки все спешу. Я пятерку получу и пойду. Здравствуйте, дети! Сегодня мы начинаем новую тему. Сегодня мы будем вместе с вами делить член на многочлен. Светочка, покажи-ка мне свою тетрадочку. Хорошо. Петров, еще один звук и пойдешь вон с класса! Если вы будете сконцентрированы на учебе и не будете отвлекаться, то у вас все получится. Все получится. Так, до конца урока осталось 2 минуты, поэтому достаем двойные листочки, напишем контрольную работу и подаваем. Что делать, если она обиделась? На самом деле есть много вариантов, например, просто залить. Не, ну если она тебе нравится или ты прям вообще ее любишь, тогда этот вариант не прокатит. Можно все спихнуть на нее, как будто это она виновата, а ты на нее обиделся. Слушай, а ты чего обижаешься? Ты вообще должен обижаться. То есть это нормально, что ты ногти по квартире раскидываешь? Ну, блядь. Или возле нее можно ходить, издавать всякие звуки, делать что-нибудь, чтобы она сама с тобой заговорила. Ой. Блин, кто помог? Ты можешь свалить отсюда? Если реально ты виноват и чувствуешь, что она обиделась, потому что ты был неправ, просто подойди к ней, рассмеши ее, и пока она будет смеяться, извинись. Держи. Что это? Это танец примирения я дарю тебе. Ой, детка, между нами. Все, прости меня. Хорошо.